Сегодня день физкультурника. Спортсменов, тренеров, учителей, участников физкультурного движения, ветеранов и любителей спорта поздравляет глава Карачаевой Черкесии Рашид Семрезов. Это праздник всех, кто ведет здоровый образ жизни. Приветствую растущее увлечение земляков физкультуры, ведь ради этого в нашем регионе активно строится спортивная инфраструктура. Детские, спортивные, открытые универсальные площадки, спортзалы, воркауты. Все это делается для того, чтобы привить всем и каждому, вне зависимости от возраста и рода деятельности, привычку проводить время активно, с пользой для духа и тела. В числе приоритетов, конечно же, развитие профессионального спорта, создание базы для больших будущих побед наших земляков. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта, бассейны, реконструируем стадион, открываем спортзалы. И это свидетельство того, что, несмотря на небывалое внешнее давление, санкции и политизацию спорта, наша страна и мы, как один из ее регионов, не теряем спортивного азарта и амбиций. Россия была и будет родиной именитых спортсменов, больших талантов и юных дарований. А Карачаево-Черкесия, в свою очередь, регионом, где спорт всегда был в чести. В этот праздничный день желаю всем причастным к спорту и физкультуре успехов, бодрости, духа, энергии, побед, здоровья и энергии, говорится в поздравлении Рашида Темрезова.